принципе, представитель горки Ниша, извиняюсь, что и на первой инстанции, что и сейчас, твердили одно и то же, что якобы мы, как истцы, не доказали незаконность ихнего постановления. Хотя, согласно норм административно-процессуального кодекса, бремя доказывания по административным делам лежит на, значит, самом органе, который принял этот оспариваемый нормативный документ. Вот. Ну и, соответственно, она достаточно говорила вещи, которые, ну, совершенно непонятны нам были, потому что на конкретные вопросы она не отвечала. Значит, вообще сказала, что мы не привели ни одной нормы закона. Хотя наш иск и наша апелляционная жалоба пестрит просто этими нормами законодательства, начиная от Конституции и кончая уставом города Бишкек, какие нормы нарушены. Вот. При этом она сказала, что вообще какую-то несусветную чушь, что постановление правительства оказывается необязательно для органов местного самоуправления. То есть если представители городского кенеша говорят такое, тогда, в принципе, не стоит, наверное, удивляться результатам деятельности этого городского кенеша.